Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. У нас с вами 51 день, и я хочу дожить до 60-го. Как видишь, у нас с тобой 1 миллиард 31 миллион денег. Так, что у нас тут? Ага. Но кто их присылает? Собери 6 наград из банка. Окей, это мы с тобой взяли. Так, вызовем, наверное, тачку. Пускай он тут раздавит всех. Так, и давай теперь подумаем, что нам можно сделать. Либо прокачать старых бойцов, либо купить одного нового. И это, знаешь, кто у нас будет? Геральт. Так, а что у нас Геральт? Ага, владеет мортирой. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, купим и посмотрим, что он из себя представляет. Вот этот чудик. Угу. Слушай, ну, по-моему, довольно долго как-то он стреляет. Найми 12 бойцов. Нанял. Так, ну что, ждем с тобой босса и будем бомбить его. Давай вот так, наверное, сделаем. Поставим сюда мину на всякий случай. Так, что-то слишком много волн на нас тут бежит в последнее время. Ну что, переходим с тобой, наверное, на 52-й день. Идет, идет. Пройдоха. Давай его валить. Нечего на него тут, кстати, нам надо вот так сделать. Так, ну, шикарно. Денег, конечно, маловато, но награда отличная. 52-й день у нас с вами. Так, ладно, пускай они бомбят пока. А я вот подумаю, что нам сделать. Чтобы нам построить с тобой следующий этаж, нам нужно 18 миллиардов. Друзья мои, 18 миллиардов — это для меня что-то заоблачное, если честно. Но без этого этажа мы с тобой не получим следующих бойцов, да? Тимми, Саймон, Шон, Иван, Дорис. И, скорее всего, да, будет третий этаж. И будет еще четвертый этаж, как ни странно. Согласись, это слишком люто для нас. Так, давай-ка этих ребят, наверное, мы с тобой отправим на поиски нужного нам лута. Пускай ищут. От них все равно здесь пока толку никакого нету. Будем бомбить и давай, наверное, займемся легкой такой прокачкой. Легенькой такой прокачкой. Так, вот здесь вот улучшим. Наверное, вот этого парня тоже, я думаю, стоит улучшить. Чарльз тоже улучшим. Все, деньги здесь как вода, ребят. Ты не успеваешь их накопить, а тратишь буквально за секунды. Вроде ничего, да, не купил, не приобрел, а вот денег уже у нас не осталось. Но, как я смотрю, с зомби мы до сих пор довольно легко справляемся, так что вполне можем переходить на следующий день. Надо только дождаться босса. Босса-зомби, который должен появиться с минуты на минуту. На всякий случай выставим с тобой здесь ловушки электрические, да? И будем, как говорится, ждать. Ждать, поджидать. Можно, конечно, прокачать немножко перки. Тихо. Опять строитель. Ну, довольно легкий, друзья мои. Довольно легкий. Сейчас, подожди. Мы его сейчас подобьем. Опа. И все. Делов-то на копеечку. Так, награду получили и 53-й день. Напомню, что мы должны сегодня дожить до 60-го дня. Получится у нас это или нет? Вопрос очень интересный, он даже меня интересует. Так, денег у нас 83 миллиона. Давай-ка посмотрим, что у нас там по поводу прокачки. Вот я смотрю на эту, да, атаку 44 тысячи. И смотрю вот на эту атаку в 200 тысяч. Просто удивляет. Ладно, надо качать нам, ребят, надо качать нам нашего основного бойца. Это Джеймс. Если мы ему, конечно, сделаем очень мощную атаку, то мы сможем с тобой вот так вот, кликая, уничтожать довольно большее количество зомбарей. Поверь мне. Так, ну, наша задача сейчас основная — это дождаться босса. Мы будем с тобой играть чисто от босса до босса, чтобы перейти на следующий день. А какой там будет боссяра, я не знаю. Какой-нибудь опять строитель или девушка обглоданная, как они обычно любят подсовывать нам. Так, слушай, а что у нас там по поводу поддержки? Братство.
Давай, наверное, прокачаем. Сколько здесь, интересно, максимально? Сотый, да, уровень, скорее всего, мне кажется. И воодушевление, это скорость атаки, да, насколько я могу понимать. Так, сейчас почитаем. Повышает скорость атаки всех бойцов. Улучшение дает дополнительное усиление скорости. Нажмите на кнопку, понятно. То есть они будут просто быстрее стрелять. Так, еще один, ребята, у нас зомби-строитель идет. Ну, ты сам понимаешь, мы его сейчас быстро с тобой ушатаем. Без каких-либо проблем. Ну, готов. Охламон. Замечательно. Так, награда. Туалетная бумага. Туалетная бумага. 54-й день. Продолжаем отбиваться от орд зомби. Я вот не знаю, может быть, нам... Так, мины, гранаты. Может быть, машину прокачать. А, мы просто с тобой уменьшаем время, да? В секундах. На откат, понятно. Значит, все-таки лучше, наверное, прокачивать воодушевление и братство. А братство нам что дает? Повышает атаку всех бойцов. Бойцы всегда на взводе, а этот навык позволяет им выплеснуть злость на зомби. Ну, все предельно ясно. То есть, типа как Берса мы с тобой активируем, да? Наши наемники становятся злыми, беспощадными и, соответственно, наносят больше урона. Так, ну, мы пока здесь с тобой постреляем. Можно, в принципе, активировать. Да? Ну, посмотрим, насколько быстрее все это действует. Ну, так и не видно, если честно, да? Невооруженным взглядом. Но с ордами мы пока справляемся. Орды бегунов уничтожаем на раз-два. Так, всех их раздавили. Ну, давайте, 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 идите сюда. Сейчас мы уничтожим. Ну, ты представь, накопить 18 миллиардов. Это, конечно, жестко. Я 1,5 миллиарда очень долго копил. Ну, 1,3 миллиарда. Так, босс, кто у нас тут? Ну, опять строитель. Что ж вы так с фантазией-то не дружите? Могли бы что-нибудь другое придумать, верно? Давай. Готов. Ну, здесь ничего хорошего нам не выпало. Ну что, ребята, половину мы с тобой прожили, да? 55 дней уже, нам еще 5 дней, и все будет у нас замечательно. Все будет великолепно. Давай бомбить. Так, какое-то у нас тут задание с тобой выполнено. Дух соревнования. Победите 5 боссов зомби. Победил. Еще что-то, да, сделали? Одним махом используйте военный грузовик 20 раз. Ага, даже так. Отлично. Так, ну что, почти 50 миллионов у нас уже в кармане есть. Наверное, надо начать прокачивать. Ну, смотри-ка, Джеймс скоро будет уже иметь 100к к атаке. 100 тысяч. А это неплохо, это за один выстрел. То есть нам выгодно его прокачивать, как ни крути. Это наша основа. Если бы можно было бы здесь выбирать какого-нибудь другого персонажа, возможно, я бы взял бы чудика с дробовиком. Мне кажется, он бы здесь бы неплохо вжаривал бы. Так, а сейчас мы можем еще, наверное... О-о-о, тихо. Просто в мясо. Эти волны мы с тобой уничтожаем на изи. А если мы еще с тобой и ракету света, точнее гранату светошумовую, да? То эти зомби вообще сюда не пройдут. Но не забывай, что забор тоже нужно укреплять. Были такие моменты, когда я оставлял игру, уходил там по своим делам, приходил, и зомби все-таки пробивали мне забор. Так что его тоже нужно укреплять. О! Аглоед идет. Блин, да что ж так быстро заканчивается-то все это, а? Давай уничтожим его. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пробиваем, пробиваем, пробиваем. Есть контакт. Так, наградочки, сумочки, бутылочки. 56-й день. У нас в журнале есть что-нибудь новенькое по описанию или нет? Во, 100 тысяч атака уже, ребят. 100 тысяч практически приблизились к Гарольду. У Гарольда
200 тысяч атака. Так, поддержка. А где он с тобой? Читки. Смотри, уже 10 уровень, 8 уровень, да? Так, каждое улучшение сократит время экспедиции на 4 секунды. А вы будете получать на 10% больше золота за убийство зомби. Прикольно. Бочка. Так, нам на 9 секунд дольше. То есть ты понимаешь, да? О, патроны. А, ну патроны это я... Погоди-ка. Патроны для дробовика. А, это вот эти вот. Так, фонарь. Атака Джеймса повышается на 2% во время сумерек. Я до сих пор не могу понять, где здесь утро, где здесь сумерки, где здесь ночь. Сумка повышает шансы найти предметы во время экспедиции. 10 уровня сумка у нас. Неплохо. Кукла снижает время восстановления всех бойцов на 10 секунд. Отлично. Часть карт. Вот я до сих пор с картами, ребят, никак не могу найти нужное нам количество их. Так, а где у нас журнал, который мы можем с тобой почитать? Здесь? Что-нибудь новенькое там, интересно, у нас произошло. Так, мы выживаем в течение 56 дней. 25 тысяч нажатий на экран сделано. Зомби убито всего 94 тысячи, так мало. Боссов 56, ну это понятно. Так, это мы читали, это читали. Все вот это прочитано нами, это тоже было. Это было. Было. Знаем. Верим. Читали, так. Ну это было, универмаг, заправка, домики, школа, лес, озеро, больница, это все читали. И железная дорога. Скорее всего, новое будет, знаешь, когда мы с тобой откроем новые локации. А новые локации у нас с тобой в данный момент... Да тут все новое. Вот это вот новое. Вот это новое. Где мы еще не были? Кстати, вот здесь, по-моему, я не был. А почему вот эти вот именно открываются за счет карт? То есть, наверное, каждые вот эти постройки тоже будут открываться за счет карт. И знаешь, что самое удивительное? Что я не могу посмотреть, где что лутается, понимаешь? Если бы я знал, например, что в этом доме лутается карта или еще что-нибудь, хотя бы там с определенным шансом, конечно, я бы туда отправлял бы больше экспедиции, да? Чтобы не находили нам. А так вот наугад. Ребята, следующий босс. Кто у нас там? Строитель, как всегда. Но у него здоровье, ты видел там? 15 лямов было. Но у нас выстрел 100 тысяч. Это только у меня. Плюс остальные бойцы. Так что шансов у этого босса не было. Просто не было. 57 день. Так, ну что, активируем. И уничтожаем как можно быстрее. Нам нужно с тобой до следующего босса дожить. А всего тут 3 боссов. Я думаю, что он на 60-й день пойдет какой-то очень-очень крупный боссяра. Что-то мне подсказывает, именно так будет все. Так, Тайлер, Джек. Джека надо тоже, наверное. Вообще, очень быстро тратятся деньги. И знаешь, что самое удивительное? Я тебе уже говорил, да? Многие говорят, используй автокликер. Друзья мои, да хоть ты тут что используй, игра закрывается автоматически спустя... Наверное, минут 20-30 игры. То есть вот просто вот ты ушел, да, так вот оставил. Она закрывается и все. То есть игра сворачивается. Так что хоть ты тут за автокликерся, постоянно приходится заходить и включать ее. Включил, и у тебя полчасика есть в запасе. И идешь там, например, чай пить или кофе. Приходишь, она уже опять свернулась, опять открываешь, запускаешь. И вот таким вот образом, не знаю. Видимо, это специально так сделали, чтобы защитить вот от всяких там кликеров и других сторонних программ. Чтоб ты должен тут жить в этой игре, чтобы выиграть. Все, может быть, я не прав. Может быть, у кого-то по-другому, а только у меня так. Ну что же, 57-й день, жду босса. Жду, не дождусь, когда он начнет выходить, чтобы его растерзать. Волны уже какие-то очень долгие идут. Раньше намного быстрее, да, выходили боссы. Сейчас этот фокус не срабатывает. И вот он, босс. Друзья мои, активирую бонус. Причем, когда босс идет,
Удивительно, что никто за ним не идет следом. То есть мелкие зомби все сразу же исчезают. Почему так сделано, не знаю. Но этот уже какой-то слишком крепкий. Ты видел, докуда он дошел? Вот до сюда. И это 57-й день. Так, босс побежден. Окей. 58-й день. Фух. 58-й день. И знаешь, что мне еще интересно? Вот что делает вот эта штука? Так, Лиза. Искать золото. Так, подожди, ядерная ракета. Да где же оно? А, вот. Доступно на 20-й день. Сбросьте игру и начните с первого дня. Что это дает? Давай почитаем. Запуск всех оставшихся в мире боеголовок, чтобы начать игру в новом мире. В каком новом мире? Вот объясни мне. Кто-нибудь это делал? Если ребята делал, напишите, что это дает. Но если честно говоря, я не знаю. 58-й день у нас, как бы начинать с самого первого, у меня никакого желания нет. Но если тут какие-то будут преимущества, ты напиши мне, может быть, действительно стоит обнулиться. И мы с тобой очень быстро попадем на 58-й день. Но я почему-то сомневаюсь. А с другой стороны, для чего тогда это все сделано? Не знаю. В первой части, насколько я помню, там тоже было вот это вот обнуление. Но там твои бойцы, во-первых, по-моему, стоили дешевле. Во-вторых, там голда у тебя стала выпадать больше голды. То есть какие-то бонусы, там, по-моему, кристаллы тебе переходили. Как бы за весь твой опыт все это конвертировалось в кристаллы. И за счет кристаллов ты потом мог прокачивать себе перки по полной программе. Тут мне просто неохота рисковать. Это надо было сразу делать, как мы начали с тобой только играть. 20-й день, да, и проверить. Ну, не сейчас, когда мы уже на 58-м дне. Так, давай его бомбить. Так, тихо. Активируем. Ну, и я уже заметил, знаешь, что золото у нас идет довольно быстро. 115 миллионов мы уже с тобой накопили. 150. То есть, если таким темпом играть, то мы очень быстро будем с тобой накапливать миллиарды, а уже 18 миллиардов и подавно, чтобы построить нам с тобой третий этаж. А там ты видел, какие ценники на наемников? Это не Геральт, который стоил 500 миллионов. Кстати, мне самому интересно, какие там ценники. Ах, не показаны. Улучшение. Прикинь, вот одно улучшение, да, чтобы его сделать. Атака будет на 230 тысяч сильнее, 1 миллиард. То есть, ну, как будто это так легко и просто все. 1 миллиард. Ну, что тебе стоит? Смотри, у нас 151 тысяча атаки на Джеймсе. Он практически уже догнал Гарольда. Самого топового бойца на данный момент. Только разница, знаешь, в чем? Что Гарольд у меня имеет... Ой, Джеймс имеет 73 уровень, да? А Гарольд первый. Делай выводы. Так, давай выпустим, наверное, тачку. Пускай она тут их бомбит. Кстати, подожди-ка, у нас... А, нет, у нас не здесь босс будет, да? У нас будет на 60 уровне, на переходящем. Какой-нибудь топовый босс. Надо к нему будет подготовиться, конечно. Надо будет оставить вот эти все воодушевлялки, да? Чтобы мы могли его бомбануть без проблем. А то как в тот раз вышел этот слизень, а я стою, любуюсь, что же он будет сделать. А он взял мне облако какой-то кислоты, плюнул, и мои все бойцы сдулись. Так тоже не годится. Причем, когда ты уходишь из игры, время на оживление наших бойцов, оно не идет. Так, что у нас тут? Да в принципе не надо мне. Я уже понял, от этого бонуса, ребята, никакого толка особого нету. 10 миллионов, которые ты там зарабатываешь, это вообще ни о чем. Так, босс. Босс, конечно же, давайте вызывать. Строитель, да? Ну, давай, бомбим. Пока мои ребята агрессивные. Так, вот единственное, что надо вот так сделать, чтобы с него побольше бабла получить. Ну-ну-ну-ну-ну. Все. Залетел на воздух. Рюкзак, гаечный ключ. И вот у нас, друзья мои, 60-й день.
60-й день. Ну что, давай попробуем с тобой перейти на 61-й. Как бы это круглая дата, круглый день, да, ребята? И я думаю, что здесь босс будет уже посерьезнее. А как ты видишь, у нас уже почти 200 миллионов. Вообще круто. Так, что у нас тут? Записи о выживании. Так, мы нашли с тобой новую страницу, получается. Надо глянуть. Надо глянуть, раз такое дело. Что там у нас новенького появилось? Ну-ка. Так, день второй. Так, ищем с тобой. Какой там день у нас? 10-й, да? 50 какой-то? 34-й, 40-й, 46-й. Так, 52-й, да? Читали мы или нет? Когда началось нашествие, я увидел, как мои соседи превращаются в зомби. С тех пор прошло много времени. Ходят слухи про огромных зомби. Та громадина, которую мы недавно победили, должно быть, был одним из них. 55-й день. Раньше Синди состояла в группе выживших, которые скрывались в отеле. Их лидер обеспечил довольно стабильную жизнь, пока не началась чума. И Синди не, пришлось сбежать. Может быть, наоборот, пришлось. Она больше не говорит про этот отель. Очевидно, ей страшно представить, что могло произойти с теми выжившими. В пригороде повсюду лежат кучи мусора, брошенные... Так, боец вернулся из экспедиции. Брошенные машины, мешки, картонные коробки и другое. Должно быть, эти горы мусора помешали людям сбежать, что привело к массовому заражению. Местные зомби, похоже, это и есть те беженцы. Угу. Вот так вот. И больше ничего у нас нету, да? Угу. А нет, вот, ребята, парковка. Однажды я сидел в суперкаре, представлял, будто он мой. Многие машины остались здесь и были заброшены. Иногда я прихожу сюда, чтобы добыть топливо из этих машин. Хоть это место и выглядит пустым, оно все еще опасно, так как зомби могут появиться из леса в любое время, а выходов отсюда всего лишь несколько. Я нашел консервы и прицел. Консервы и прицел, это хорошо. Так, выживший вернулся, что принес? Кофе и патроны. Так, мы отправим еще. Воу, смотри, у нас открылось, что с тобой? Парковка. Здесь мы с тобой точно не были. А, он же и написал, да? Что он любил приходить в эти места и сливать с машин горючее. Так, ну что же, а мы с тобой бомбим. Нам нужно дожить. Мы уже, в принципе, сделали с тобой план. Но если я уйду сейчас, мы останемся на этом денежке. А нам нужно как бы продвинуться дальше. Поэтому 61-й день для нас будет самый оптимал. На парковке будем что-то с тобой хорошее, наверное, получать. Может быть, баки с горючим для прокачки наших бойцов. Так, ну что, 206 лямов мы с тобой получаем. Вообще без напряга, на самом деле. У нас с тобой откатываются потихоньку перки. Как раз для босса это будет, как говорится, самая жаровня. Так. Есть. А, нет, это зомби, волна зомби-то, поэтому тачку выпускаем. В хламину. Ну что же, что за босс там будет? Активируем. Да ладно, я-то думал, здесь будет какой-нибудь... Супер-пупер зомбарь, а здесь обычное хмырье идет на нас. Нищеброд, одним словом. Поэтому давай его бомбить. Все. На изи. Отлично. 61-й день. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня будет достаточно. Мы с вами прожили до 61-го дня. В следующей серии будем выживать до 70-го. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.